Она очень сильно истощена. Будем поправляться. Клиника Баркова. Барков опять отозвался на нашу боль и принял нашего ребенка. Ребята, приняли нас в 1:00 ночи. И все-таки сотрудники соответствуют своему руководителю. Такие же открытые, добрые, очень заботливые. Я удивительно. Новые пришли девочки и сразу влились в коллектив. Сегодня на смене была Виктория, Танюша. Я не знаю, кто еще был, не успела узнать имена, но именно этой смене, кто помогал спасать ребенка, я искренне им благодарна. От всей лохматой души, девочки, дай вам Бог здоровья, и пусть в ваших жизнях встречаются только добрые, отзывчивые люди, в любую минуту готовые протянуть вам также руку помощи. Спасибо, Альтаир, спасибо, удивительная ветклиника. Благодарю Бога за встречу с вами. Спасибо за все то, что вы делаете для моего приюта. Вы много делаете для всех, но для лохматой души вы просто ангелы-хранители. Сережа, спасибо, мой дорогой. Сережа, ты не только замечательный врач, ты мой друг. И я благодарю тебя. Благодарю всем сердцем, всей лохматой душой, от имени всех тех спасенных, кого ты спас. Благослови и храни Бог тебя и твою семью. Спасибо.